И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Ярослав. И я увидел, знаете, мир, который назывался, так сказать, средневековье с RTX. Я подумал, о, RTX, это, наверное, что-то с видеокартой связано. И решил проверить, может, как с моей видеокартой, и посмотреть, насколько тут все реалистично. Так, давайте-ка на мой скин посмотрим. Ребят, зацените, какой у меня скин реалистичный. Офигеть, ребят, круто. Так, я специально включил Game Mode 0, чтобы, так сказать, осмотреть полностью все тут места. Так, окей, все тут шикарно, казалось бы. Видите, предметы вроде нормальные, но давайте чекнем, как на мне, допустим, будет смотреться кожаный шлем. Так, он на мне смотрится обычно. Удивлен, на самом деле, думал, что тут все полностью сделано. Так, ну ничего, вы гляньте только на эти текстурки, ребят. Гляньте на мою смешную руку. Гляньте на все это, ребят. Ну это правда шикарно. Так, ну что ж, я предлагаю, давайте-ка сейчас зайдем, в принципе, в один из домиков. И я уже вижу тут, это у нас церковь. Мне, в принципе, знаете, церковь круто, конечно, да. Но самое главное, смотреть витражи. Смотрите, опа, красное стекло. Смотрите, как оно правда круто сделано. Оно, зацените, ребят, как оно отсвечивает. Крутая графика. Факел, смотрите, ребят, факел по-настоящему отсвечивает. Так, я могу его в левую руку взять, он будет светиться, а? Нет, не могу, ну ладно. Но все равно, видите, я его ставлю, он шикарно светится. Ой, так. Далее, и знаете, какая тут инверсия мышки быстрая. То ли у меня включена, да, у меня, походу, включена. Так, сейчас я ее заменил. Ой, смотрите, кусты какие шикарные. Так, в принципе, в инвентаре, знаете, все выглядит обычным. Но когда начинаешь присматриваться, то все не так. О, щит, например, держится не так. И, ну, красота, ребята. Я вам говорю, что это правда очень красиво. Так, сейчас давайте ешку. Так, давайте посмотрим, как тут огонь будет. Так, главное быстро потом брать. Нифига, ребят, он реалистичный. Так, давайте-ка с огнем тут не будем шутить. Давайте-ка вот так вот отойдем. Это дерево тоже рукотворное. Ну вот, классические деревья. И чего, смотрите, это обычный мир, и какой же он красивый. Коровка тут, ребятки. Давай, давай. Смотрите, ребят, правда шикарный огонь. Давайте-ка лесные пожары. Вау, ребят, ну просто шикарные текстуры. Круто. А давайте лошадку посмотрим. Или стойка. Вообще, ребят, кровать точно. Как тут кровать будет выглядеть? И кровать по-стандартному? Удивлен. Ну, зацените, зато сквозь это смотришь. Ух ты, такие блики, видите, эти блики. Стекло отсвечивает. Такого в Майнкрафте точно не было. Круто, ребят. Real, это называется средневековье с RTX. Я так понимаю, что вся ценность в основном это город. И, конечно же, текстурки просто замечательные. Ну, ребят, на этом все. С вами был я, Мирослав. И с вами был, я сейчас только что заметил, мой немного разрезанный скин. И всем, в принципе, спасибо и до новых встреч.